Добрый день! Участок дороги с реверсивным движением имеет свои особенности и устанавливает дополнительные требования. Итак, к вашему вниманию очередная задача от клуба дорог. Двигаясь по какой траектории, водитель нарушает правила дорожного движения. Нам предлагают следующие варианты ответа. По траектории А, по траектории Б, по обеим траекториям нарушает или по обеим траекториям не нарушает. Решайте задачу, а время пошло. Итак, приступаем к разбору задачи. Участок дороги с реверсивным движением – это особый участок. Соответственно, обозначается знаками особых предписаний. А разрешенные траектории движения по реверсивным полосам определяются реверсивными светофорами. При этом, выезжая на дорогу с реверсивным движением и при повороте направо, и при повороте налево, мы обязаны заезжать в крайнюю правую полосу. И только потом, получив разрешение от светофора, можем перестроиться на реверсивную. Двигаясь по траектории Б, водитель заехал в крайнюю правую полосу, как того и требовал знак 5-10. Но проехав далее и намереваясь повернуть налево, водитель обязан заехать в крайнюю левую разрешенную полосу. В данной ситуации реверсивный светофор разрешает заезжать на реверсивную полосу, а значит, она является крайней левой полосой. Поворачивая налево по траектории Б, водитель нарушает правила. Двигаясь по траектории А, водитель, поворачивая налево, заехал на среднюю полосу. И хотя реверсивный светофор разрешает движение по реверсивной полосе, правила выполнения поворота водитель изначально нарушил, заехав сразу при повороте направо в среднюю полосу, даже если она является разрешенной. В данной ситуации, двигаясь по обеим траекториям, водитель нарушает правила. Правильный вариант ответа номер 3. Ну вот на сегодня и все. Ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и комментируйте. А я желаю вам удачи. До новых встреч!